Нас. Так, какая ситуация? Это козочка, это которую у меня родила та серая. Я захожу, мамаша их лежит, их мамаша всегда непутевая. Вроде кормит и вроде не кормит. Постоянно история с козлятами. Вот, но вчера вечером я уходила. Было все хорошо, они бодренькие. Я видела, что они у нее сосали. Все хорошо, поэтому я не беспокоилась. Думаю, прям вижу, что она их, да, Алекса? Угу, позаботься, а то мамаша у них непутевая. Они у нее пососали, все хорошо. Сейчас отогреешься. Захожу сегодня. Вот это присосалась к той белой, у которой умер козленок. А та стоит такая, прям довольная, а это у нее сосет. А у этой ножка застряла там в досках, в маленькой дырочке. И она там лежала. И понимаете, а сколько она там лежала, непонятно, да? Она очень слабенькая, видите, она даже не сидит, она валяется. Навряд ли у нее сейчас будут сосательные рефлексы. Я сейчас буду кормить из шприца. Ее. Угу. Дети. Да, дети. Да? Миксуш. Поэтому зашла, взяла из сарая. Думаю, ну на пол же не кину ребенка. Блин, ну жалко. Пускай здесь. Малышечка, сейчас. Нет, она прям здесь. Она отогревается. Она отогревается, ей чуть получше. Да, только надо покушать. Сейчас. Сейчас. Погрей, Лекса. Погрей. Так, ну покормила я их. Ложись, ложись. Можно было взять просто одну эту малюнку из сарая. А вот эту оставить, потому что, я говорю, она присосалась уже, нашла себе мать приемную. Думаешь, твои? Не. Нам тебе одной хватит. Вот эту малышку я. Видите, она жует. Видите? Она стала уже иногда возмущаться. Я ее покормила из шприца. Но в следующий раз я покажу. Сейчас понимаете. Я, ну не то чтобы я не в истерике, я не в панике. Вот, козы есть. Козы. Жалко, хотя очень красивая девочка. Не сняла, естественно. Мне быстрее бы покормить детей, тут реанимировать надо. И шприца ее покормила. Сосательного рефлекса у нее, конечно, нет. Я попробовала ее тыркнуть в чашку. Ну куда, если у нее голова не держится, она прям, ну, вся вот так она все. Она такая потухшая. И шприца кормила. А она глотает. Она глотает, умничка. Вот. А эту я в чашку только тыркнула, хоть она и там сосала укос. И она прям, мне ее не надо было приучать, учить. Она прям сразу там как накинулась и начала хлебать, да? Молодец. Что ты-то стоишь, дрожишь? Давай. Я могла бы эту оставить в сарае, но чтобы они вдвоем, сейчас они лягут и все-таки греться будут. Вот эту малышку она погреет. Ты спать сразу стала, да, малышка? Она потом стала так возмущаться. Потом, знаете, стала вот так вздыхать. Ну, дышать начала. Продышалась хотя бы. Сейчас, видите, ее дергает. Она давно, наверное, голодная. Желудок. Да иди ты, господи, мамаша. Я эту коричневую взяла. Она у меня хорошо поела. Я ее отнесла в сарай, потому что она встает. Ей, ну, не поели. Ребенку хочется активности. Она встает, что-то пытается вылазить, что-то тут топчется, топчется. Короче, она хорошо поела, она пристроилась там. Вот, она хорошо себя чувствует. Я ее забрала просто за компанию. Но я ее и отнесла туда. А вы видите, что с этой? Вы видите? У нее шея не держалась, она прям валялась. Вы видите, у нее головочка сейчас держится? Конечно, собака тут вот крутится это. Потому что я пока в сарай сбегала, она коричневую эту достала из этой штуки. Коричневую я взяла уже там, под столом. Пошла эту коричневую относить. Она и эту, конечно, растормошила, но смотрите. Она не держалась вообще, у нее теперь головка держится. Я сейчас еще, прошло минут 40, я сейчас еще ее покормлю. Просто мне очень срочно нужно уезжать. Почему мне нужно было обязательно уехать? Я вот обязательно купила ошейнички. Божий фанат еще докупила. Так, мне нужно срочно ногти. Не то, что мне срочно нужно сделать ногти. Да, 3 недели девочка мастер была. Училась, ее не было, потом я не могла приехать, они у меня сильно отросли. Мне нужно убрать длину. Мне нужно отрезать.
Прошло 4 недели с тех пор, как я делаю последний раз, и они очень длинные. Уже иногда могу в вымя впиться. Козе. Ну и самой неудобно, и ни к чему это уже не нужно. Поэтому по-новому нужно сделать это отрезать. Это мои ногти, это не накладные. Отрезать длину. Ну прям не под корень, но нормально так нужно отрезать, потому что все. Не нужно, нехорошо. Вот, чтобы было это удобно. У шоколадки я посмотрела. Я все металась из сарая домой, из дома в сарай. Думаю, все, сейчас позвоню, скажу, что отменяется. Ничего страшного, да? Но в ближайшую неделю тоже не предвидится, потому что все, сейчас начнутся охоты бомбить. А отрезать, самое главное, отрезать нужно. Потому что, ну, мне не нравится уже, мне это неудобно. А шоколадка, ну, не смотришь, прям вот как будто вот все, сзади стоишь, как будто прям все, сейчас оно уже полезет, все вот это вот. Пощупала, надхвостница еще не разошлась. Вот эта вот дырка над хвостом, под позвоночником, пальцы заходят, но прям не смыкаются. Я ее вчера же еще отвела в сарай. Она меня обманула. Угу. Вчера хотела вывести уже обратно ее на выгул, думаю, ну пускай. Оставила ночевать ее отдельно, в отдельном загоне. Сегодня, думаю, ну пошли на улицу со всеми, выпустила. А она еле идет уже сзади. И такая она не очень как-то. Она вроде и идет за всеми, но я такая, пошли домой. Вот, отвела ее, она у меня там стоит в сарае отдельно. Так что, если она родит, не страшно. Ну, просто хотелось бы, конечно, присутствовать. Я даже думаю, я сегодня не сделаю, какие надо дела. А еще мне нужно ребенку собрать посылку. Даже, наверное, думаю, куплю и побегу опять на автобус днем. То мы обычно до вечера сидим, папу ждем у бабушки. Вот, на кроватях валяемся. Даже не знаю, я думаю, побегу опять. Пойду опять на автобус. Я столько набегалась за сегодня. Приехала. И бегу прям сразу смотреть. Ну, на выгуле, наверное, навряд ли кто-нибудь родил тут, да? Нет сюрприза? Ну, иди, а то так шеи плохо. Все на месте, да? И животы на месте, да? Да, животы на месте. А то бывает, как вечером домой их загоняешь с выгула. Они сбегут все так мимо тебя. Смотришь, смотришь, хоп, без живота побежал. Что-то не то. Шоколадку иду смотреть сразу, сарай. Обманщица. Так-то по виду, как будто прям все она. Родила. Боков нету. Вот, боков нету. Вот они. Один, второй. Сколько у тебя? А? Только родила, не успела я. Я если бы на тот автобус бы успела, я на один автобус опоздала. Все, я побегу сейчас переодеваться. И сейчас приду. Сейчас, шоколад, сейчас. Водички. Это она мутная такая, я пока шла, молока туда разлила. На, иди, будешь? О, она уже бегает, одна черненькая. Одна. Не знаю, кто. Что-то, думаю, должна быть девочка. Черная девочка, коричневый козел. Молодец, молодец. Я уже дала ей попить. Девочка пошла уже. Ну
шоколад. Дай детям. Молодец, умница. Шоколадка ходит, свет закрывает. Мало. Не насосалась, пошла опять. Девочка, здесь все в порядке. Взяла молочка? Давай. Мне такая сейчас мысль пришла. У шоколадки все равно молока много. Измазюкать эту девочку в тех козлятах и подкинуть ей. Я даже не знаю, ну, наверное, нехорошая идея. Все равно будет кому-то не хватать. Ты не хочешь даже? Ты у них еще насосалась? Я перед отъездом хорошенько покормила ее. Делать-то? И ничего не взяла, ведерочко. Сейчас пойду возьму ведерочко, вымя ей промыть и сдоить ее шоколадку. Та малышка. Та малышка, которая дома, совсем прям плохая, совсем. Прям вся такая, как тряпка висит, я ее, ну, совсем даже не дышала. Я ее вот так вот нажимала на нее. Я не знаю, я по-всякому ей терла, массаж ей делала. И нажимала. Ну, я не знаю, она очень слабенькая. Вот эти две малюски, по сравнению с этими двумя, которые родились сейчас у шоколадки, там явная разница. Сейчас, пойдешь к детям. Сейчас. Как бы. Ты к детям сейчас пойдешь, к детям. Смотри, что понаделали здесь, развили. А? Твои, господи, я не забираю. Не забираю, иди. Да. Да, ой, иди. Давай, заходи. Тебя встречают тут. Если коза молочная, вымя огромное распирает, ну там и отеки, конечно же, будут. До конца, прям досуха не жмите. Нельзя сдаивать, иначе будет резкий выброс кальция в кровь. Ну, то есть от чего начинается парез. Это козлинка. Ярко-ярко коричневый. Смотрите, красавчик.
смотрите, эти размеры. И вон та малышка. Я не знаю, что я ее туда-сюда перекидываю. Ага, бежать стала, да? То она сначала не поняла, что это чужой ребенок. Все, ну раз обижать будет, значит, уберу сейчас. Нечего скакать по клеткам. Те две матери, ее и приемные, они вроде... Они ее не обижают. Так, ну ладно, завтра сниму, когда будет светло. Что тут? Сейчас не темно, сейчас видите, он на улице. Просто здесь так темно. Пойдем, Малюнь? Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, пойдем. Пойдем к тем двоим.